Я понял. Кощёга, ты тут? Ты не пойдёшь? Тут? Нет. Я понял. Спасибо тебе за помощь. Да, спасибо, Кощёга. Ты его позвал. Кощёга, ты лучший. Ёбаный лор. После таких моментов понимаешь, блядь. Слёза хуйня. Так, давайте сейчас будем решать. Тайм плюсы, кому надо какие-то ачивы. Это. Ноль плюсов. Просто побыстрее что делать, все. Фасты. Ну фасты, да. Фасты это типа... Сегодня тем более в понедельник. Пошли тогда, сталилома убьем. Последнее. Самое легкое и быстрое. Сзади. Креста надо рейсом сзади. Не, пока не надо, друзья, чтоб я скажу зайти. Давайте, чтобы время не тратить. Паролем ключ. Хардмод режим. КВ итем. Чем дает? Просто квест на Алгалона. Открывать Алгалона. Чтоб запускать его? Да, открывать дверь. Что, пижон заберет, я тебе вот передам, заберешь. Поставьте шкаф. Так. Этернити, будешь держать Малгейма. Поклонский Брундира. Да. Только скажи, что где забирать. Да кто говорит? Пижон. Я тебе скажу все. Кого еще из БДК? Не, я могу подержать кого-нибудь. Давай, Магель, распекайся БДК, будешь держать Малгейма, Поклонский Брундира, Тернити, Сталилома. Сначала бьем звездочку, потом кружок. Когда будем бить кружок, я скажу, когда нужно встать в синий круг, когда выйти на рейндж, вы это сделаете. По команде Сакру, Гимна, ХП, все скажу. Давайте чек на пул, кому что не хватает. Фулбафу приступ. Давайте фулбафы. Поклонский там, пробуй сбивать Брундиру косты. Заходишь? Да. Так, тогда все готовы, идите разбирайте танки боссов, бьем звездочку. Давайте бессмертие еще сделаем. Собьете все косты Брундиру, получите доп. Ачиву. Косты есть, кому сбивать. 2 ДК, вар. РДД становите, синий круг увеличивает наносимый урон на сколько там, 50%. Не достаете, значит подбегайте. Косты сбивайте. Не стойте в этом круге, не достаете боссу. Шкаф сбивайте боссу. Каст боссу. Сейчас будем бить кружок. Заходим все в синий круг после Брундира. Каст боссу. Добейте босса. Все, давайте встали в кружок. Сейчас синий круг пропадет и все выходим на дистанцию. Появится желтый круг большой, который будет наносить урон. Поэтому выходим все на дистанцию потом. Так, давайте все на рейндж. Сакру по команде на рейндж вышли все. И выходим с желтого круга. Сейчас будет желтый круг. Выйдите все на рейндж. Давай, Сакру. Все, заходите в синий круг.
добивайте босса. Может, сделаем сейчас? Не надо. Хотя... Гера на Калагарне. Зарите ману. Так, пижон, оффорд. Давайте иннеры в асабику. Пятый. Я уже кинул. Молодец. Пижон, оставайся здесь возле босса. Идите все на Калагарну, только не агрите. Мы разгромили железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребят. Бегать обратно можно, да? Сейчас, подожди. Башка, нужна кому вот это? Сейчас порулим. Вот это бис или не знаю, бис или не бис, на холи пала, рольте. Тоже тяника надо, кольцо нахила. Плащ на Милика с ловкостью. Это на ФДК? Да. Ты кому-то нужнее там. А не, я заберу. Иди забирай этот диск. Пижон. Так, сейчас будем делать бессмертие и самое быстрое чего. Где забирать, что? Ну, в сталеломе лежит диск, пижон. А, сейчас. Так, танчит Поклонский. Первый танчит Поклонский, второй Этернити. Третий Макгрегор. Получаете один стак дебафа, забираете потом друг у друга. Поочередность танкования. Поклонский первый, второй Этернити, третий Макгрегор. Есть рейд, в начале боя сливает левую руку, ой, точнее правую, метку поставлю. Слили правую руку, сливаем тело, левую руку не бить. Только сливаем правую руку, если появится и тело. Появляются осколки после того, как убиваем правую руку. Танк, который не танчит босса, забирает их на себя, рейд сливает осколки. Так... Чек на пул. Поклонский, прожмешься с пула. О, погоди, слушай, где этот диск долбанный должен пока и появиться? Чего? Диск. Да нахуй диск, блядь, идите нахуй. Диск в 8 в большом был. Я это его не... поднимал, там и стакивал долбанный ЕПГП лут. О, да. Ладно, давайте чек на пул. Печально, значит. Ну, идеален, дрёба тут. Трёба. Все, погнали. Поклонский первый пошел. Прожимайся. Сыграли все в правую руку. На Тернете забирай босса. Все в правую руку. Потом тело. Поклонский, потанчишь осколки. Все, тело сыграли сейчас. Сыграли в тело, осколки в массауе. Макгрегор, забирай босса. Зубы на Макгрегора. Так. Забирайся. Поклонский, забирай босса. Этернити, дашь каплю по команде. Как появится урка, дашь каплю на Поклонского. Нет, руки нормально. Давайте в руку.
Поклонский, прожимайся, Терренти, давай каплю на Поклонского. Забирай босса, Терренти, прожми срезку. Поклонский, Макгрегор, танчите трэш, сейчас выйдет. Макгрегор, забирай босса. Прожимайся, Макгрегор. Зубы, если не кидал на Макгрегора. Все, без смертей, Макгрегор. Блядь, захуенно. Захуенно. Так, давайте тут тоже без смертей попробуем. Блядь. Сначала надо слететь в мелкий трэш, потом в зерк в одной точке. На друида. На мейн, на хила. На офспек. Так, Этернити, пропиши макрос на дикого защитника, пожалуйста. Длань возмездия. Дикий защитник через дробь. Тогда мы точно без смертей сделаем. Так, Поклонский. Погодите, короче, пишешь, что этот диск нам не подходит. Тут у тебя уже есть она, не знаю. Давайте сначала трэш побьем, потом расскажу во время боя. Агрите звездочку. Звездочка будет на платформе возле кружочка. И станем эту звездочку. Давай, стань звезду. Паладин, станьте звезду. Ну блин. Где стан? Поднимитесь повыше. Кружок отведи, отведите в кружок моба. Уйдите, там босс. Уйдите из-под босса. Босс сейчас придет. Моба можно фирять еще. Поднимайте павших. Давайте звезду. Встаньте звезду и веди кружочку. Смотри, Поклонский, будешь танчить босса все время, босса лицом к кружочку. Вот сейчас, где кружочек стоит, вот так и танчи его. Кружочек, становись и танчи босса, вот примерно так. И весь рейд стоит в кружочке. Так убивается босс. Но сначала нам надо будет убить 4 мобов, их поддержит Animal Jazz и Eternity. Animal Jazz, пекайся в танка, Макгрегор в ФДК. Убиваем мобов, потом дается Гера, заливаем босса. Поднимите кральку. Вот рыба стоит. Быстрее спекайтесь. Eternity, у тебя есть макрос на дикого защитника, да? Ты тут? ВРК его скинул, если что. Поставьте шкаф. Этернити, ты ВРК выкинула? Да. Мы так не сделаем без смертей, ну. Тревогу. Ну, у тебя есть макрос, да? Есть, есть. Вот разведете только 4 мобов в разные стороны. Animal Jazz и Этернити. Дайте, пристабав, у меня кончились реги. Лапу дайте, рыба стоит. Сейчас ждем босса, начинаем. Дайте каску. Дайте столик. Дайте голды. Дайте столик. Сейчас. Ставлю. Так, босс идет, чек на пул. Подтверждайте. Так, Ралли, ты собьешь косты, надеюсь. Да, да. Все готово. Поклонский, ты босса забираешь, ведешь его к кружочку, остальной ред сливаем мобов. Все, давайте, танки, погнали. Все сначала мелкий трэш. Все в трэш сыграли. Буйство захильте. Быстрее в трэш играйте. Слабо сливается.
Разведите мобов. У них дополнительный урон. Все. Слиты мобы. Становимся в кружок. Кружке или за кружком будет большой луч. С этого луча появляются дикие защитники. В этот момент нужно всем пробежать за спину босса. Подальше от этого луча. Или за кружочком. Кому легче так будет. Давайте опять кружок встали, давайте рост. Полагает, блядь. Так, мелкий трэш пока выходит. Этернити забираешь дикого защитника на себя, а рейд его сливает. Так, сейчас будет дикий защитник. Отбежали от луча. А, луч в боссе. Кружок встали. Играйте в защитника. Все, проебали. Чего? Играйте в защитника. Не было мастаунта. Нет, Этернит, это не то. Так может упасть? Нет. Иди в кружок, босс. Встали в кружок. Добивайте быстрее. Выйдет второй защитник. Animal Jazz, чё не таунтил защитника? У нас появится еще один защитник. Он нас перебьет всех. Защитник с этого круга выходит. Заливайте защитника. Станьте под босса опять. Добейте защитника стука. Всех положил. Лучше на этого босса надо скилловый протопал. Или просто там, который затаунтит. На танках. Долго так кричала, да? Прикольно. Нахуй, блядь, идите этого мороза. Ну, хотел сказать на Эршаму. На Ферала. На Трансмол. Офер, давай трейд. Убежал сейчас. Ну все тогда. Не заходите в снежный ком, сугроб называется. Оббегайте его. Сугроба появляются мобы, мы тратим на это лишнее время, сливая его. Танки, вы убежали, а там нагрелись сугробы. Рейд умирает. О, моя кожа. Забегайте в сугроб. Сложно. После этой фразы забежали. Ну, там рядом рейндж у этого сугроба срабатывания ловушки большой. Далеко надо набегать. Вот так надо идти, да, по стене? Нихуя. Смотри, не согрелся. Наверное, надо так же всем пройти. Да. Смотри, как интересно. Я смотрю, как люди ходят. Сейчас самый веселый босс. Да, ну, веселый. Веселый уже был, блядь. Там чмонцы, блядь. Никто не задел сугроб от Твича. Да потому что я смотрел на них, блядь. За нами следят, блядь.
О, человек рингнул ачиву. Ой, мороз, мороз. На время боя с боссом будут появляться две большие метки, похожие на лужи ДК, только белые. Становимся на границе с ней, ждем, пока снежный ком упадет на нее, и тогда только забегаем. Скажу, когда это сделать. Не то чтобы на границу, а метров 5 от границы, вот так примерно. Как я целый стрел. Ну киньте лужи на ДК. ДК, киньте лужи. Киньте лужи ДК. Вот эта лужа появилась. Да, вот здесь становимся на границе. Вот так вот, да. Почему нельзя сюда остановиться? Потому что если упадет снежный ком, вас далеко откинет, и вы не сможете забежать, и вас босс заморозит, и от чего провалится. Вот так вот. Да. Вот так. Пикайтесь в ДД, позырь в ШП. Чек на пул. Похолодание еще есть. Чива, посидите за своим дебафом. Смотрите просто в дебаф, если появляется дебаф, просто двигайтесь, он пропадет к Нексусе на последнем боссе. Один стак — это уже проваленная чива. Погнали. Помогите мне слить ледяные вспышки на НПЦ. Давайте двигайтесь, пижон, двигайся. Пижон, ты слышишь? У тебя 3 стака, ты прям с пула просрал на мочиву. Хорош. Каком разряд молнии? Ладно, кину тебе ГП, дружище. Давайте в тучку. Розовая тучка где-то там. Череп должен быть на ней. Давайте, встали на границе с этими метками. Все, забегайте. Быстрее забегайте. Паладин там. Маус, кикс. Что-то к стенке прижался. Много ты. Сливайте ледяные склепы на НПЦ. Опять встали на границе со вспышками. Забежали. Я же говорил, на границе, а не в центре. Маузки, кстати, что-то там есть. Да, есть такое. Просто можно провалить. Мутант ПМ пишет, быстрее убери у этого пала в заметке войн. Хорош. Эй, блин. Так. Надо кому-то. Меня заменили? Я так застал самоботу, по-моему. Это кто? Это я. Голос тихий, вообще не понять. Не просто. Кто ты, Джесс? Да. А, вообще пиздец, у тебя голос изменился. Нет, у меня просто микрофон не будет на селке. А не много ли вещей? Несправедливо даешь там. Типа 400-200. Ну, два раза не забежал метку. А. Вот эти кирасы, это типа токена? Так, херам. Токена то ремень не сдохнет, а?
Ну что, Олег, ты не за меня? Кто это говорит? Это говорит дома. А, могу дедмайнда взять вместо тебя. Возьми. Я попросил Воя Пава зайти. Покоритель. Рога рыцарь. Спасибо, Джесс, что помог. Да, не точно. Вижон, ты тут? Да. Ты видел, что я тебе ГП накинул? Видел. Почему 200? Могу 400. Почему ты не выполняешь тактики? Я же сказал, что надо двигаться, смотреть дебафы. Ты с пула просто бьешь босса, накапливаешь 3 стака и проваливаешь ачиву. Слишком сильно меня расстраиваешь этим. Ты понял? Ну хорошо, там кто-то убивал на ботов, и мы не давали ГП, так что. И мы ебались не один раз над ачивой. Мы на каком мы сейчас боссе? Мы сейчас на таком боссе. Ладно, хорошо. Yeah. Вообще правда в его словах есть. Ну я даю ГП за глупые проваленные ачивы, где просто все очевидно, где черному по белому ясно сказано, что вот это не надо делать, смотри туда-то и все будет в порядке. Да, я тут. Давай портал Даларан. Давайте сейчас попробуем сделать бессмертие и не стой под молнией. Танчит мутант и то делал ачиву, будучи танком в этом рейде. Он как будто шарит вроде. Ну, если мы не террористики, кто шарит? Мутант, там же делают. Или это не тот мутант? Тут два танка надо. Можно? Просто есть супермутант, а это мутант. Он переименовался, он был супермутант, а теперь мутант. Бля. Это не супер. Мутант гер, мутант поп. Просто в чем смысл? Вот не стой под молнией. Молния будет выскакивать с разных областей. Вот отсюда, например, видите, между колоннами дистанция есть. Вот отсюда может выскочить молния, вот отсюда. Ну, короче, наверное, понятно. Мутант, ты тут, в РК? Ты знаешь, как водить босса? Если кидается молния, ты не стоишь просто, не пятишься вот так назад, а просто поворачиваешься спиной боссу и бежишь далеко-далеко к стене прям. Поворачиваешь босса спиной к стенке и ждешь, пока молнии выскочат. Чем ближе подведешь босса к стенке, тем меньше радиус, короче, область урона этих молний будет по комнате. Весь остальной рейд будет за боссом находиться. Поклонский, ты тут? Да, если под стаком не будет. Сейчас, секунду. Если с него не заберут, а на нем будет стак, то его большой. Да,
Да, это понятно. Вот Поклонского мы ждем. Поклонский, ты тут? Да. Знаешь, как танчить? На чего? Замолнивай. Да, допустим, ты тут стоишь, босс по центру стоит, и сзади тебя молнии появляются, выскакивают. Ты должен босса подвести прямо к стене как можно быстрее. И быстро его повернуть спиной к стене, чтобы он стоял. И подождать, пока молнии не пройдут, не выскочат. Смотри, если танчит мутант, например, да? И на нем дебаф, там, минус 200 дефа. Идут молнии. То ты забираешь у него босса и ведешь к стенке босса. Ты понял? Понял. Потому что его ваншотнет этим дебафом, когда он будет спиной бежать к стенке. Поклонский, ты понял? Понял. Хорошо. Так, кто идет в ту комнату, плюсики поставьте. Так. Мутант. Вот, мутант. Вот все. Не убивайте его. Не убивайте, что вы делаете, блядь. Бля, давайте, кто поставил плюсы туда и заходите. Кто не ставил плюсы, не заходите, стойте в кружке. Запускайте ворота и выходите туда. Этернити, остаешься здесь, будешь танчить трэш, Поклонский тоже. Я помню вас. Хилы, Эника и ДЦ. Стоп, у нас нету ДЦ. Хорош, а нет, есть, хорош. Не врывайтесь вначале в трэш. Ждите, пока танки наагрят. Трэш пошел. Сначала танки забирают. Кто не знает тактик на этого босса, плюсик поставьте. Время еще есть. Вот, пижон. Ты должен сейчас будешь видеть, как молнии выходят с стенки. Если они будут выходить рядом с тобой, ты отбегаешь от них за босса. Ну, если это не понял, то просто кружку беги и все. Чтобы ты выбегал с области, где идут молнии. Все. Это вся тактика на чего. Во второй фазе выйдешь на дистанцию. Будешь смотреть за молниями и бить босса. И перебегать в другую точку, где не будет молний. БЗД. Спасибо большое, Металлск. Еще 35 секунд ждем. Хотя пока тут не заходите туда. Давай рулить. Еще 5 секунд, можно запускать. Выходим на станцию сейчас. Все вроде. Давай запускай. Вышли на дистанцию. Бьем босса. И следим за молниями. Откуда идут молнии, оттуда убегаем. Давайте рост.
Вот, на мутанте дебаф. Смотри, если будет молния, поклонский забираешь, ведешь к стенке. Вот, видите, откуда молнии пошли? Все к кружку идите. Веди босса под молнией. Так, вроде нормально. Поняли принцип? И жон там, кто еще не знает, как это, чего делать. Опять молнии вышли. Сбежали от молнии к кружку. Поверни босса быстрее. Что медленно ты это делаешь? Опасно прям. Я пока не могу прочитать это заклинание. Последний молнии сейчас будет, внимательно. Так, падаем. Блин, а как она провалилась? Я вообще не видел молнии сейчас. Может, она просто... Там были все стенки. Которые справа. Падайте быстрее, не бейте босса. Не бейте босса, блин, только вообще сейчас... Только диваны не давайте. Просто умирайте быстрее. На ту точку просто. Не бегайте. Знаешь, что значит драка? Проще вас убить. Ты хоть знаешь, что значит драка? Убожество, убожество. Ты хоть знаешь, убожество. Ты хоть знаешь, что значит драка? Провалилась почему-то, да? Молния кого-то делает рука. На Рукуса. Что значит драка? Я вылет. Ты хоть знаешь, что значит драка? Неудачники! Кто это говорит? Рукус, наверное. Рукус, это ты? Да, у меня завис клиент полностью. Оранжерея жизни налево. Кто-то может подставить Джилса? Сейчас поставлю Джилса. Так, у нас 2-4 изначально было. Куда можно портироваться? Куда портироваться нужно? Вроде холлбот должно было быть. 25. Да. Ну, у нас было 25, но бой уже. Давайте шкаф тогда суманим людей. Полтора часа. Сколько прошло уже? 2:30. Не начинал. Я имел в виду после хламоботов. Полтора часа. Вот смотри, я выпил фласку на железном собрании, у меня 24 минуты. Сейчас. Привет, Сагр. Получается 30. Поклонский, беги, короче. Ой. Поклонский, ты тут? Да. Спасибо, что бежишь. Нельзя тебя рестнуть. К
сейчас пропадет бой, когда этих мобов убьем. Так на него не агрите. Ралли, а чё у тебя такой морф? Мурмяу. Ну шо, уже добрали там? А, все понятно. Да, уже добрали. Раньше на быка, блядь, весело с этой хуйни было. Уже не покажу. Он, знаете, когти тыкал и орлок. Тебя, короче, тигры превращают в тебя там, блядь, хасты нахер. Да. Давайте, чек на пол, время идет уже. Графит, Макгрегор, Animal Jazz. Я тут. Animal Jazz. Кстати, когда варом бэш, крутишь тигре, он знаешь, ебать, как махает лапами. Animal Jazz, плюс они просто ему запустим. Да, зашел. Все, запускаем. Этернет готов. Графит. На Animal Jazz раздай пока каску. Попалом каску. Я дальнему корни кину. Графит, подойди сюда. Что это? Где я? Нафига. Оффорд, подымай Лейшина. Его, кстати, не бил. Кого? Все, не надо уже, он встал. Так я поднял. Блин, только ж, Графит, ты ж подтвердил чек. Понятно, вылетел. Зайдет прям под молнию. Бах! Я захожу. Перебежали в комнату. Заходи быстрее, пока вторая фаза не началась. Менолтер, дай в комнате этот приступа. Слава, дай приступа. Люди без рука сидят. Люди? Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание. Все, осталось 4 босса, там 3 зергаются, Йок тоже зергается, это осталось немного, просто не протупите с этой чивы, чтобы мы опять не падали. Алголом. Ну, Алголом тоже один трай там. Что, на слезы? Да, на слезы, Пеппер, Пайрелит, на слезы. Еще 10 секунд ждем. Крем запустится, ждите еще, пока не агрите. Ждите еще 10 секунд.
3, 2, 1. Сейчас это трэш заливать и бомб спускать. Это бейте этот трэш. Все, Ваня, можно выводить. Все, давайте рост. Просто заявляем босса. Дадите за молнию, пожалуйста. Танки внимательны. Подальше от молнии отойдите, вот ДЦ там стоит, маг. Не успеете забежать за спину. Пошли молнии. Отбегайте быстрее. Поверни босса. Так, Адо ничего не показал. Никто не провалил, верно? Да, пока нет. 5 молний, отбежали к звезде. Сова, беги к звезде. Поворачивайся быстрее. Никто не завалил ачиву. Опять на рейндж становимся. Сейчас еще молнии будут. Молнии пошли. Нормально, там никого нету. Нет, он тоже должен прятаться. Должны быть последние молнии, внимательно. Ой, тут и типка. Куда сейчас? Боже, блядь. Хорош. Пацан, да, Поклонский. А кто-то словил, да? Или чё? Да, он поклон. Да, блять, я его стаунтил в том там, он как-то туда-сюда, блядь, вертится. Крутится, вертится, шар голубой. Днём на Фрея. Вот я немножко этого чего не понимаю, получается... У нас ни роги, ни ханта нету. Зачем тебе рога хан? Там портал открыт. Хилк срезать. Да, кстати. Рогу зайди. Я могу на рогу. На ханта зайду. Может, на мойнку инспектница Армс? Стасовой могу зайти на рогу. Зачем вам рога? Армс есть, вон у Вара. Где? Нету Армс. Давай на ханта зайду на эту бот. Да, ходи ралли на ханта, дамаг хороший дашь. Ну потом ладно, пойду дальше. Думаю, уже сделаем ничего, но нет. Что, не хотите там с духами ачивку или вырубка дровосек, как они там называют? А вот Торим, получается, он же всегда за спину кидает молнии, правильно? Да. То есть без разницы, откуда идут молнии, он всегда скидает молнии позади себя. Радиус там вроде же есть или нет? Я не думал об этом, кстати. Ну, просто зачем тогда водить именно на ту, ну, туда, откуда молнии ведут? Можно просто встать в углу каком-то и не таскать его. По идее, теоретически, насколько я это понял, все. Ты имеешь в виду, вот бой начинается, и молния всегда у босса за спиной появляется, что ли, или что? Не, ну он кидает молнии всегда за спину. Не, там из какой-то колонны в него начинает. Не, там 12 колонн или сколько их, и он в рандомно из этих колонн кидает молнию. И ты не мог дать. Ладно, смотри, есть проще способ. Не, колонна заряжает его, Торима, и Торим потом кидает молнии. Он всегда кидает за спину. Ну я смотрел, ну, не знаю, даже когда подводили криво, он всегда... кидал ровно, как его поворачивали за спину. Ну смотри, механика, начинается молния, начинает молния бить из колонны, танк просто бежит на эту колонну лицом, поворачивает спиной к колонне, неважно откуда она там бьет. И все, вот и вся тактика. И молния никого не заденет. Какая именно молния? Ну которая за спину у него бьет. Смотри,
Я понял, что бьет, а я понял, что вы это не понимаете. Да, они не понимают, нихуя, короче. Охренеть. Да. Из молнии, которые из колонны. И стой которые... под молниями, это Торим выпускает молнии. Из колонны молния заряжает Торима. Да. А Торим потом за спину кидает молнию. Ой, еще раз у меня. Смотри, знаешь, почему? Тенки почему? Чтобы уменьшить радиус поражения, чтобы все забежали. Зачем мы постоянно к этой каждой колонии, из которой молнии идут, вводим? Если можно просто в углу сдержать. Не, ну смотри, можно просто в одной точке всем встать и просто чтобы за спину забегать, как на Неломорде. Только тогда там по два человека будет умирать, а в конце будет тяжело добивать. Можно и так сделать. Можно вообще не вводить молнии. Бафлить. Можно просто, ну да, в принципе, можно просто его как мясом задавить, как Фрейя, например, без тактики какой-то. Можно так, да. Давай попробуем сделать. Козырь тут. Ладно, мисс Козырь, убьем, пошли. Забегайте в грибы. Сало спадет. Поклонский, подводи под грибы босса. То, что умелики били. Вон, дар хранительницы жизни реснулся. Не вижу, где слейте, кто видит. Не вижу. Били. Пускай понятие. Пою гимн на хп. Хорош. Забегайте в другой гриб. Подводи к звезде босса. А, ну ладно, не надо, там еще есть. Пока. Мы ж просто все на РНЖ на Торими стоим. Уже как привыкли, по кругу. Ну да, мы это делаем, чтобы... Поэтому, людей... что в тот момент, когда все отбегают с одной зоны, откуда молнии идут, там РДД, босс туда подводит, танк подводит туда босса, чтобы, ну мало ли, там не сможет бежать человек быстренько. Вот, просто так привыкли бить. И на самом деле тактика, да, ущербная. Ролим формулу. Ноги хочу. И штаны. Кузнечное дело. У кого есть ролим? Что-то бой на мне висит. Руку здесь кузнечное дело. Покажи. Покажи. Да, у него запрет дырка есть. Чего? В запястьях дырка есть дополнительная. Рукус, ты тут? Да, есть, но там не фуловая. Можешь себе забрать, мне не дари. Диалус, у тебя фуловая профа? Понятно. Мутанту можно вообще не верить. Покоритель. Дырка в наручи. Это фотошоп, ебать. Защитник. Мой находник шаман. Давай.